черт бы побрал этого тралла! Надо же послать своих лучших воинов рубить лес! Он пропадет без меня. Вождь, этот лес какой-то странный. Здесь слишком тихо. И за нами как будто наблюдают. Вы что, духов боитесь? Здесь ничего нет, кроме теней и вековых деревьев. Анадуна Фелор. Ты это слышал? Здесь есть духи. Я не боюсь врагов из плоти и крови, но мой топор бессилен против бестелесных духов. Придержи язык и за работу. Для постройки лагеря вождя потребуется много деревьев. Нужно вырубить весь этот участок леса. Кулите всем, с вами Билли, и мы продолжаем играть в Warcraft. И вот. Какие они странные, эти болотные огоньки. Может быть, они и есть те ужасные духи, которых вы все так боитесь? Ну и смех, конечно. Вождь, на нас напали! Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих тварей нет почтения к жизни. Во имя Луны уничтожим их! Женщины! Это же женщины! Женщины! Они похожи на эльфиек, но гораздо выше и гораздо свирепее! Такие они смешные. Это женщины. Женщины. Тупо орки. Чё тут скажешь? Женщины. Чё, они меня пытаются обойти еще? Грифоны эти. Надо дефать как-то. Воительницы вернулись верхом на летающих тварях. Против наших волчьих всадников они долго не продержатся. Так, ну вроде как-то мы задефали. У меня даже вон бабки есть какие-то. Но у меня тут нет шахты. То есть мне нужно шахту захватить какую-то. Я вот думаю вот эту шахту захватить. Потому что вариантов нет. Тупо нет вариантов. Чтобы ее захватить, мне нужно построить тут. Не зиккурат, конечно, но... Дом вождей как минимум. Кек. Здесь вот поставим его. Думаю, здесь нормально будет. Здравствуй, добрый орк. Не думал встретить в здешних краях кого-либо из вашей братьи. Как видишь, мы здесь лес рубим, малыш-гоблин. Видишь ли, живет тут неподалеку племя биорнов, медведеподобных тварей, и сильно нам досаждает. Если ты убьешь их вождя, мы будем отдавать вам свой товар почти за даром. Возможно, мы даже дадим вам попользоваться резаками. Я подумаю. Как он это сказал? Резаками. Такой прям с кайфом. Резаки. Чё, там еще есть висп? Да. Не знаю зачем, но мне, наверное, надо их всех это... Обрушить их. Работу.
все равно, пока армии хорошей нет, хотя бы их побью. Так, теперь смотрим, что у нас тут слева. А, тут еще виспы. Далеко отходить мне нельзя вообще, потому что можно потерять базу. Вот. Бугай один у меня на страже стоит. Сейчас еще один всадник появится. Здесь мы тоже все ломаем потихонечку и ждем, когда достроится база. Я так понимаю, на меня будут периодически нападать, опять же, все эти гиппогрифы вот эти летающие и лучницы с охотницами. Поэтому мне нужно получить эту базу по-любому и организовать на ней добычу золота. Так, этот слишком далеко ходит, поэтому идет вот сюда. Тут как у меня что с добычей? Дело сделано. Ну, дело сделано, да. Так, этих лучниц можно вполне наказать. Правда, они накажут моего этого всадника. Это не проблема. Увести его. Блин, как же они далеко стреляют. Засланцы. Так, а ты чё не пошел? Иди тоже добывай. Еще одного мы наймем в придачу. Что здесь прокачать? Вероятность 4-кратная урон. Наверное, двойников лучше. Двойники полезная штука. Так, и стоим чуть-чуть на страже здесь. Мне надо еще чуть-чуть армию усилить, чтобы она у меня была хотя бы убийцеспособной. А то у меня все очень плохо с армией. Но пока что не нападают, я поэтому здесь еще чекну, что у нас тут есть. Вот, а рабочим я построю сейчас вот такую вот штукенцию. Вот здесь. Пускай будет. Вождь, это гигантское дерево источает магию. Лучше держаться от него подальше. Ха! Тут что, собрались трусы? Это такое же дерево, как и все остальные. Рубите его! Блин, пока я щелкал кое-чем, катапульта добила моего всадника. Обидно. Все правильно говорит Гром. Рубите. Дело сделано. Рубите, рубите. Так, еще вышку поставим вот здесь. А тут пока у меня ломают они. Параллельно нанимаем всадника вот сюда. И мне бы Кадоя одного. Да, вот так вот сделаем. Отлично. Это же гора древесины. Если найдем еще такие же, распилим их. Красиво я иллюзиями задоджил. Мне кажется, они уже вешали на меня сон. Но я успел. Все, отлично. Идем дефать мою базу, если вдруг что-то случится. Так, а иллюзии можно отправить на разведку. Пускай, собственно, и идут. Дело сделано. Дело сделано. Чего тут скажешь? Если дело сделано, то оно сделано. О, 700 голды. 700 голды, это хорошо. На 700 голды мы берем троих всадников. Три всадника. Так, один рабочий у меня простаивает.
почему он простаивает? Нас атакуют. Ну он простаивает, наверное, по той причине, что он башню достроил. И можно построить еще одну. Вот так вот. Так. Иллюзии, у меня нашли две базы. Причем двух разных этих. Ой, на меня тут нападают. Кадуя, сейчас меня убьют, твари. Ну вот что мы смотрим на них? Давай. Вот эту снимай. Ну блин, потерял убежище свое. Не доконтролил. Дурак. Ну, хоть Кадо я не потерял, уже хорошо. Сломали мне убежище и отменили базу. Значит, ставим убежище. Или логово. Да, логово, по-моему. И сторожевую башню потом пускай ставят. Вот здесь вот. Так, ну с этой армией я много не сделаю. Что я могу с ней сделать? Чего у нас там у них? Кого-то атаковать будет странно. Ладно, пойдем куда-нибудь вот сюда, чекнем, что у нас есть. Мне еще надо будет медведя потом победить. Так. Здесь вот тоже что-то есть. Видимо. Ну, пойдем. Чекнем, так сказать. Сделано. Вот я и нашел молодых. Так, а этим кадоем надо скушать. Ага, все отлично. Все правильно сделали. Сейчас быстренько тут ломаем. И свободны. И это еще одно дерево в копилку нашего. Ой, на меня нападение. Бегай, всадник, живи как-то, я не знаю. Отвлекай на себя внимание. Нормально отвлекает. Все залезли в это. Придется сейчас ульту нажимать, наверное. Блин, убили рабочих. Так, ну я задефал каким-то чудом. Так, парни, вы в курсе, что вы можете еще чинить здание? Да, молодцы. Так, ну у меня много всадников. Сейчас еще наймется плюсом всадники. Наймутся. Добыча идет. Добыча в процессе. Две вышки стоят, но походу этого мало. Я планирую поставить еще парочку. Минимум. Минимум. Так, вот так вот делаем. Все остальные идут на сбор. Так, и пока на меня не нападают, я иду вот в эту часть карты. Время нужно распределять правильно. О, кстати, там тролль. Здорово, тролль. Рудник, кстати, скоро кончится. О, еще рудник. Тролли. Правда, тут рядом база врага, рядом с этим рудником. Так что это не очень круто. Надо схавать вот этого. Что тут за целебное зелье? Угу. Так, ломаем эти здания. И Кадой у меня сейчас убьют. К сожалению. Так, ну раз сделано, то иди-то сюда.
Армию я оставлю как-то вот так вот посередине, наверное. Чтобы, если что, они могли вернуться. Так, этот ставит вот здесь вышку. А этот молодой ставит дом вождей. Вот так вот. Так, и что нам нужно еще? Нужна катапульта. Катапульта. И еще всадника надо бы, наверное. А, кадой я сделаю, вот, кадой. О, хрустальный шар. А почему нельзя строить? Нужно золото. А, золото. Сейчас будет золото тебе. Нужно золото. Ставь. Что дает хрустальный шар? А, я могу открыть туман войны. А что, вот здесь вот могу увидеть? Ага. Вот основное здание их. Угу. Так, но мне нужно дожидаться, когда на меня нападут. И только потом. Вот это вкачаем пока что. Так, кадой есть. Нужно объединить армию. Вот, и как-то задефать. Next волну. Теперь у меня более-менее армия какая-то. Но минус то, что кадой побитый очень. Был бы кадой не побитый, был бы вообще шикарный. Может быть, даже напал куда-то. Так, ну пока дело сделано, ставишь еще одну башню, чувак. Где нападение на меня? Я жду. И жду. Лесозаготовка быстро не проходит. Так, а вот, собственно, и нападение на меня. Вот так вот сейчас сделаем. Исследование завершено. Дело сделано. Нормально. Быстренько съел одну катапульту. Иллюзии нажал. Этот чувак пускай схавает дриаду, что ли, вот эту. Ага. Да обойди, ну обойди же. Кого-то надо схавать. Вот, отлично. Катапульту добивайте. Как же я много потерял после этой атаки на меня. Нужно срочно вот так вот сделать. А кто нас атакует? Все же никто не атакует. Так, одну иллюзию вот туда куда-нибудь направим. Вторую вот сюда. Блин, и так армию сейчас потерял. Надо было драться под этими. Под вышками. Нанимаем, в общем, всадников, пока есть возможность. Ага. Тут у нас третий чел. Собственно. Ну, зато я маршрут увидел до фурболгов. Сейчас все починит. Срочно дефать. Как дефать? Как вот реально дефать сейчас это дерьмо? Сразу катапульту. Но ее сейчас и так сломают. Рабочего увести. Увести рабочего. Так, убили, отлично. Кадоя, нет, не убивай Кадоя. Да ну это нечестно, она добила его. Вы тут давайте лучше вон золото добывайте. А ты катапульту не трогай. Не получается у меня нифига. Так, ну золото добыча идет. Сюда вот мы направим одного. Второго вот туда. Иллюзии мои.
Тут тоже добыча золота пошла. Нас атакуют. Так, тут нужно логово. И нужна еще одна вышка. Так, очень долго у меня проходит процесс. Нужно золото. Богаев бы еще получить. Еще рабочие нужны. Все профессии важны, все рабочие важны. Так, этого я забираю. Пускай вот здесь добывает лес. Так, а этот что тут делает? Что, вот здесь нельзя лес добывать? Иди там добывай. Дело сделано. Молодец. Ну ладно. Пускай ставит вот такую штуку. Дело сделано. Хорошо. Так, вот это улучшение еще вкачаем. И еще двоих всадников. Надо собраться и запушить синего, потом с фурболгами решить. И потихоньку на верхнюю часть карты потом передвигаться. Вот такой у меня план. Не знаю, как сработает, не сработает. Сейчас тут потихонечку вышку доделают. Золотодобыча идет с двух шахт. Только вот это скоро исчерпается. До того, как она исчерпается, надо вынести синего. Для этого надо как-то хорошенько задефать. Для того, чтобы задефать, нужно много вышек. Так. Дело сделано. Что мы там смотрим? Удачно я просветил, ничего не скажешь. А чё он не строит? Завершено. Почему он... А, ну... Не хочет и не строит. Чё ты копался? Хм. Так, ну теперь у меня есть более-менее армия небольшая. Так. Наверное, я охотников за головами сделаю или нет, не стоит. Шипы вкачаем. Дело сделано. Вот так сделаем. Чтоб хоть какая-то армия была. Так. Чини катапульту, брат. Ну тогда это еще два всадника. Раз уж я перешел в другой лимит. Все, пошла вода горячая. Правда, дерево заготовки нет адекватной. Она у меня тратится. Все дерево. Она у меня. Так, еще кадоэ. Мне нужна прям большая армия. Отлично, молодец. Не, давай на золото. Ну и где на меня кто-то будет нападать вообще? Я чё тут стою, чилю? О-о-о. Нормально их там. Надеюсь, это не те, кто на меня... Они полетели. Как-то они полетели в направлении моей вот этой второстепенной базы. Так, но мне надо готовиться тогда к этому. Угу. Ну вот они, собственно, и атакуют. Тут мы сразу все уничтожаем. Ультой. Красиво делаем все. Вот этим парням все съедаем. А всадники и вот эти молодые люди идут дефать как-то.
Я не успел. Как-то дефать надо, я не знаю. А я могу тех, кто в сетке схавать? Нет, не могу. А вы что встали? Давайте, помогайте как-то. Вот еще сетка есть. Добивать надо тех, кто в сетке. Все, задефали. Делаем сразу двух всадников, Кадоя, двух бугаев и одного охотника за головами. Отлично. Здесь нужно золото. Рабочих бы еще нанять. Как-то я об этом не подумал. Так, вот этой командой мы атаковать идем. Катапульту мне, к сожалению, тоже сломали. Петучи. Угу. Расходы опять повышаются. Так, ну, парни, вам вот туда. У меня хватит денег на катапельту? Нет, не хватает. Сейчас хватит. Вот так сделаем. Все. Атакуем. Кадой, кушай, кушать подано. Так, в инвизи оба. Кадоя не отдать, Кадоя отдали. Красавчики, что скажешь? Так, нужен Кадой опять. Тут. Что-то я проигрываю этот неравный бой. Не по шансам я себе выбрал соперников. Мне нужны катапульты, чтобы чего-то добиться тут. Ты уверен, брат? Сестра, точнее. Ам? Да, я не знаю, что делать. Мне нужна катапульта. Мне нужны два всадника. И все вот это дерьмо сюда. А ведь на меня могут напасть в любой момент. Опять же. А где моя катапульта, кстати? А, вот только первая подходит. Так, этот... Вот этот у меня переваривает, да. Еще бугая. Нужно щелкать их прям. Вот этого эту схавать. Но этот уже хавать не может. Так, ну молодежь подходит ко мне тут на помощь. Два всадника. Пока на меня не напали, нужно срочно что-то сделать. Как-то вот я делаю что-то срочно. Вроде бы даже что-то получается. Еще одна катапульта. Бугай на помощь идет. Мана скоро будет на ульту? Нет, не скоро. Не похоже, что она вообще будет.
Так, ну что-то не похоже, что я тут одержу верх. Так. Что с шахтой? Сейчас сломается. Как же все плохо. Надо готовиться дефать. Что делать, что делать? Сейчас ульта появилась, маны на ульту. Вот с маной на ульту можно зайти к ним. Зайти к ним вот сюда. Нажать ульт, сломать дерево. Потому что ульт здание тоже дамажит. Обрушился. Тогда идите вот сюда, раз обрушился. Здесь можно это уже не дефать. Так, что делать? Улучшение максить нет смысла. Вообще нет смысла. Здесь он у меня будет просто перевалочный пункт такой. Небольшой. Что я там сломал? Я сломал пару колодцев, по-моему, и все. Ну и там дерево оборонительное. Как бы это не сильно меняет ситуацию. Еще вот гибридные войска немножко сделаем. Первое вот это улучшение возьмем. А, вон, кстати, меня хотят атаковать. Мне нужно готовым быть. Желательно, наверное, отойти. Мне же вышки эти, как бы, по факту не нужны, пускай они втанкуют урон, а я им в бочину выйду. Синего задефаю как-нибудь. Вон он уже подходит. Кадои катапульту отводим. А вот эти молодые могут выйти чуть-чуть. А, они на меня пошли. Окей. Подрубаем инвиз и атакуем. А, мне придется тратить ульт. Да. Видимо, да. Катапульты быстренько надо... Да как так-то? Где мои войска? Они же у меня были. Мне что, их перебили лучницы эти всякие? Ну, это жесть. Никогда не видел, чтобы женщины сражались столь свирепо и беспощадно. Они превосходные воины. Да я вот тоже не видел, чтоб меня так пушили беспощадно. Чините, давайте. Все чините, я сейчас здание потеряю. Нужно срочно дефать как-то. Так, ну, вроде я сдефаю. Одну-то катапульту. Точнее, это баллиста. Это, я думаю, не принципиально. Добыча золота надо обновлять. Под вышки отойти. Ну отойти же, ну под вышки. Ну что? С вами не так. Отлично, под вышками. Сейчас вот посмотрим на них. Так, более-менее что-то собрали. Но на меня гиппогрифы не нападали. Катапульты я вообще бездарно потерял. Нужно золото. Дурак. Все, берем вот что есть и атакуем. Мне нужен еще один рудник, и мне нужно избавляться от синего чела. Слишком надоедливый он. Что у него есть тут? По факту они... А, слушай. У него там хорошая армия. Я ему ничего не сделаю, если просто пойду наскоком. Вообще ничего не смогу. Надо, наверное, дождаться ульту и в этот тайминг напасть. И все-таки катапульты взять. Сломать бараки. Потому что бараки... Ну... Потому что бараки — это бараки. Ах, берем Кадоя и всадника. И вот сюда их. Катапульта уже едет. И будет у меня не такая полноценная армия. Если я хочу нажать ульту, то у меня не будет иллюзий, наверное.
Мана не пол... 400 маны. Тупо каждый скилл нажать по одному разу. Вообще ума не привожу, что делать. Так, ну тут на дерево надо отправить людей. Так, еще надо всадников. Уже на сей раз вот сюда. А вот этими ребятами надо атаковать уже. Сюда хотя бы подходить. Что у них? У них внизу казарма. И в принципе все. Еще есть древо мудрости. Но мне желательно казарму сломать, а не древо мудрости. Кадой обязательно надо забирать для ауры. Отлично. Пошла вода горячая. Сейчас я это сделаю. Отлично. Все, это будет, я думаю, несложно. Так, вот этим парнем заходим и съедаем вот эту жрицу. Ну, как-то не очень успешно я ее съел. Это не важно. Вы мне тут не мешайте. Видите, я пушу. Мама, мы пушить идем. Казармы. Важно казармы сломать. Казармы сломали, все. Лучницы не будет. Это отлично. Теперь древо мудрости. Ломаем древо мудрости. Но это жертва, которую надо заплатить. Чтобы заплатить ее правильно, мне нужны еще всадники, которые будут дефать потом эту всю фигню. Итак, мы делаем минус синего. Кстати, у них очень быстро здания падают. Как-то неоправданно. Типа не должны они так сильно падать. Отлично. Еще получили 3000 древесины, плюс забрали вот этих парней. Пока что мутим себе еще всадников. Что-то они не добили. Они напали и отошли. Неужели так мои вышки их пугают? Так, одного рабочего забираем. Ставить вот здесь базу на их руднике. У него вышки хорошо дефают на самом деле. А вышки сами справляются, походу. Они даже не приступили к пушу главного здания. Как-то они странно делают. Что-то там фонтаны еще есть, да? Так, здесь мы ставим дом вождей. Здесь мы доламываем синего. А, там, кстати, еще дриада есть. И мы идем согласно плану. Сейчас у нас фурбуги. Этой пати, в принципе, можно и до фурбугов дойти. Особенно учитывая, что у меня здесь еще вот такие есть парни. Сейчас мы их к общему отряду добавим. И возьмем вот так вот. Нужно золото. Или не возьмем. Не надо брать, раз уж я сказал. Наш город напали. Ой, а на этот чувак на меня впервые нападает, кстати. Не знаю почему. Но он заберет. Он заберет. С этим я ничего не поделаю. Возможно, даже нападет на мою основную базу. Но он страдает там довольно сильно. Может, героем пойти? Я не успею героем.
20 секунд время действия. Не, если я подрублю виндвоук, то успею. И этого хватит, чтобы задефать. Еще одного этого найму. Блин, ну не хочется терять вот это вот. Здесь вижен дает эта база. Ладно, я одного рабочего направлю на починку вот этого всего. А он у меня задефает это все. Тем более он на фурбугах не обязателен. Не обязателен по той причине, что он уже взял уровень свой. А вот этой армии я пойду нападу. На фурбугов, наверное. Потеряю, правда, сейчас дофига. Очень дофига потеряю. Опа, схавал. Нас атакуют. Бывает, что атакуют. Ну как-то потихонечку мы двигаемся. А вот что у них сильно силен. Не знаю, смогу ли я его победить. Ладно, берем героя. С героем мы уже точно там справимся. Пока рабочий тут дочинит все. И вот так вот еще сделаем по красоте. С героем мы точно... Герой, он справится со всем. Как-то так. Должно быть, это и есть те самые пиорны, о которых говорил гоблин. Знатная будет битва. Ну и норм. Вернитесь за наградой. За наградой это я, да, это я люблю за наградой. Сделано. Так. Вернулся. А, премного благодарны. Держи. Эти резаки валят деревья моментально. И шо, мне их дали? Блин, а у них урона столько. Может мне их в драке использовать? Ну ладно, пускай просто валят дерево. А почем там остальные? Сколько они стоят? 450 золота. Ну я, если захочу, найму. Почему нет? Лишними не будут. Пока что здесь вот четверых еще рабочих наймем. Хотя зачем мне их нанимать? Двоих найму. И двоих вот отсюда возьму. И хватит мне. Угу. А ты что, уходишь? Дочини сначала, а потом иди. Так, вот этими мы что делаем? Завязать бы камень вот сюда. Так, пока что эти никуда не идут, молодые люди. Ну и не надо. Опять тут ловушки всякие достали. Ну нормально, книга ловкости того стоила. Хоть карту посмотрю, что вообще тут происходит. Болото какое-то. Так, болото, по всей видимости, идет прям к этому челу бирюзовому. Но бирюзовый, мне кажется, силен слишком для меня.
просто посмотрю, что тут. Сам я пойду вот на этого чела. А, кстати, там меня сами атаковать они идут. Нежелательно тут с героем быть. Нас атакуют. Вы отступаете. А мы атакуем. Так вот сейчас будем делать. Так вот как-то. Осталось нарубить совсем немного. Склады древесины заполнены почти доверху. Схавай и уйди. Отлично. Че, у меня там он сломал уже баллисты. Блин, сейчас они мне сломают опять все. Надо волчьих всадников нанять. Сюда куда-то их привести. Причем контролить драку, в принципе, нет смысла. Мне нечем чинить побитых юнитов, во-первых. Во-вторых, скиллов у героя один, скилл у него по факту. У него три активных скилла, из которых у одного откат. Сколько там? Кстати, не пишет, сколько КД. Ну, большое, само собой, это же ультимейт. Первый в бою нет смысла нажимать. Еще и количество маны маленькое максимально. Блин, этот еще меня атакует. Ну, тут надо жать виндвоук, иллюзии и атаковать лучниц. Я сейчас минус все в армию сделаю. Кадоя нанимаем. Всадник. Катапульта. Наверное, две катапульты лучше. Потому что эти катапульты меня сейчас сломают. Не, в принципе, тут все армию разбили. Нет, лучше отойти к вышкам. И иллюзии пускай тоже отойдут. Заманят их. Нас атакуют. Под вышками можно и подраться. Правильно, я думаю. Возможно. Ну это нечестно, что они так быстро меня убивают. Я столько юнитов теряю. Еще мне нужны юниты. Кадовые, никудовые. Все нужны. Нужно золото. Юниты разные нужны. Тара-тара-тарара. Да, вот это вот бирюзовый очень бесячий. Хотя он, наверное, не бирюзовый, он, наверное, серо-бирюзовый. Вот так вот. Серебристо-пепельный металлик. Так, куда мне нанимать армию? Наверное, вот сюда подход основной к тому челу. Туда и будем подводить всех. Нет катапульта. Катись вот сюда. В принципе, все катитесь. Так, 1000 у меня золота есть. Улучшение могу вкачать? Да, вот это улучшение могу вкачать. И, наверное, я вот так сделаю. Ход. Не знаю чем, но ход. Вот сюда всех направим. В этот раз, наверное, мне опять вот этот чел нападет на меня. Чекнем, где у него. У него не так много, кстати, тут людей. Воинов, точнее, людей. У меня тут бугай есть, я не знал об этом. Надо всю армию собрать. Дз-дз-дз. Приступы парикмахеры тут. Как быстро они делают это. Они, кстати, слоты еды занимают и урона много наносят. 3461
Их можно и в бою использовать. Сколько мне надо? 15 тысяч древесины надо мне фармить. Да я скоро миссию закончу такими темпами. Мне даже пушить не обязательно будет этих молодых. Но я все равно пойду. Что делать? Исследование завершено. Вот так вот сделаем. Сразу всех юнитов сожрем. Именно сожрем. Так, бугай сюда. Эти все молодые люди тоже сюда. Не торопитесь. Так, катапульты. Идут ломать барак. Бараки всегда важнее. Все просто. Это жмет вот так вот. И все это ломает баллисту. Катапульт вот чуть отводим. Мешаем вот этой дуре сломать наши катапульты. Жмем даже вот так. Блин, сломало. Ну ладно. В итоге барак мы не сломали. И вообще все как-то печально. Нанимаем вот так вот. Ходой у нас есть. И у нас есть всадники, и у нас есть охотники за головами. Ломаем баллисту. Блин, а что делать? У меня больше нифига нету. Вот этого забираем. Без катапульты сложно пушить, но я хочу допушить все-таки. Я знаю пароль. Я иду пушить здание. Вот сюда прям всех юнитов нанимаем. Уже на саму точку вот эту. У меня есть, если что, на всякий случай. Хилочка на героя. Я ее сразу нажму. Не буду дожидаться чуда. Так, ну там, по-моему, бараков других нет, только древо мудрости. Так что только дриады могут появляться там. Кодой за дерево спрячься. Ну как они меня видят? Как это работает вообще? Так, надо уводить моего героя. Вот это все сюда подводим. Нанимаем теперь бугаев. Блин, а что делать? Ладно, надо отойти задефать как-то все-таки. Вышка, конечно, поможет. Чем-то, но не сильно. Главное, что я барак спушил. Уже что-то. Так, катапульта готова. Значит, next заход будет, грубо говоря, последним. Что делать? Что делать? Что делать? Ну что делать? Нападать надо. Быстро убили мне Кадоя. Ну тут ничего не поделаешь. Так, ловчий. Не может он нифига ловчий. Не такой он и ловчий. Его сейчас убьют за это еще, что он ловчий. Вот этого спускаем и наказываем. Угу. Ну, задефали как-то. Так, еще катапульты появились у меня, но мне больше их не надо. Че, все, миссия выполнена? Ну, я бы их задавил. Заготовка леса закончена. Отлично. Строим лагерь. Ну блин, они не дали мне всю карту вынести. И синематик в конце нет. Ну, в принципе, миссия интересная. Наверное, если бы я пытался закончить ее, победив всех, у меня бы ушло еще полчаса где-то. Ну а так, закончили пораньше. Всем спасибо за просмотр. Покеда.